Находясь в состоянии алкогольного опьянения, подозреваемый вдруг решил запастись наличными. С этой целью он отправился в один из филиалов банка. Мужчина планировал снять с карты 50 тысяч рублей, но что-то пошло не так. Благодаря тому, что у нас законодательство ввело то, что с визы нельзя снимать себе деньги, она решила мне их не отдавать. Осознав, что спорить с умной техникой бесполезно, нетрезвый клиент банка пришел от этого в ярость. 38-летний житель города Саратова, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, при попытке снять денежные средства с банкомата и не получив нужную сумму, из хулиганских побуждений разбил защитное стекло данного банкомата, после чего был задержан сотрудниками полиции. В настоящее время по данному факту проводится проверка. Теперь сэкономленные банкоматом деньги еще больше понадобятся задержанному. Ему предстоит возместить ущерб, причиненный банку. Денис Желтов, Анатолий Чернов, Вести, дежурная часть, Саратов.